Ну вот, начальник по весне открывает цветы. Это делается так. Это ж был мороз. Вот, и... Это на две ночи накрывали. На две ночи накрывали. Это так, забота такая о цветах. А пыляка такая, вот этих. Ты не боишься вирусов? Начальник по весне вирусов не боится. Сейчас будет красота. Под музычку он так напевает песенку. Вот, открывается. Открывается. Прекрасные цветы. Как Морозко там снимал эту самую. С озимой одеяло снега. Так ты, Сережа, открываешь цветы. Вот цветочки какие красивые. Ну, может, они и так не померзли бы. Но все-таки. А вон тюльпанчики там, да, начинают? О, за псами ничего не было, не знаю. Ой, пчела прожужжала. Вот так. Опа, карантин снят. Это у цветов был карантин. Карантин уже прошел. Ура! Ура! Вот смотрите, так и нас освободят от карантина. Вот так, смотрите. И все, и будем мы цвести, как цветочки дальше. Спокойно. Спокойно и хорошо, сколько Бог даст каждому. О, весна. Сегодня тепло-тепло. Вон цветочки какие хорошенькие. Сейчас они под солнышком распрямятся. А это, а что вот это за цветы, Сереж? Вот эти вот. Вот. Нарциссы. Нарциссы. Еще один карантин. А это что за цветы? Лилии, да? Ну вот и все. Цветам свободу. Весне дорогу. Класс. Вот так. Хорошо. Хорошо на улице, когда весна. Будем жить.